творим, бро? Меня зовут Сергио Онис, и буквально 2 года назад с Даркнета я заказывал мистические посылки. Тогда они назывались Мистери Бокс, и однажды мне даже прислали окровавленную отвертку. Этой отвертки 100% кого-то убили. Через некоторое время я смог достать настоящую любимую игрушку убийцы. И когда я ее разрезал и достал самые жуткие вещи, которые принадлежали этой убийце. И совсем недавно в Даркнете появился новый лот. Он называется Mystery Box Doll. Это будет та же самая мистическая посылка, только на этот раз все будет лежать в игрушке. Именно поэтому, банда, я собираюсь это заказать. Давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда с Даркнета я куплю настоящего кота. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою банду. А я тем временем заказываю эту мистическую игрушку с Даркнета. Погнали! Банда, надеюсь, вы готовы. Мне наконец-то пришла эта посылка с Даркнета. Просто посмотрите, какая здесь огромная коробка. И меня очень сильно пугает то, что здесь что-то оборвано. Просто посмотрите на это. Это очень жутко, банда. Тем не менее, я хочу надеть хирургические перчатки, потому что я без понятия, что вообще может быть в этой коробке. Вдруг там будет какая-то зараженная кровь. Именно поэтому, банда, давайте скорее их оденем. Я не хочу ничем заразиться. Я просто в шоке. Я реально очень долго ждал эту посылку. Там должна быть какая-то игрушка. Внутри этой игрушки что-то должно лежать. Давайте быстрее откроем эту коробку и узнаем, правда ли там будет игрушка. Итак, банда, я беру свой любимый нож и просто открываю. Гляньте на это. О, черт, я в таком шоке. Просто посмотрите. Окей, банда готова. Давайте ее откроем. О, черт, что это такое? Просто посмотрите. Что это за игрушка, банда? Я никогда таких жизней не видел. Просто гляньте на это, вы видите, она реально очень жуткая и криповая. Я просто в шоке от всего этого, что это такое. Тем не менее, давайте скорее ее осмотрим. Это просто полная жесть, банда, вы видите это? Эта игрушка уже только от своего вида пугает. И послушайте, там что-то лежит, вы слышите? Это просто какая-то жесть, банда, что это? Здесь написано MW. Я без понятия, что это значит. Посмотрите. Здесь реально написано MW на ноге этой игрушки. Что это? Окей, тем не менее, банда, я реально что-то там чувствую. Давайте его разрежем и узнаем, что там лежит. Это просто какая-то жесть. Тем не менее, банда... О, черт! Посмотрите, я почти его разрезал. Вы только гляньте на это. Окей, банда, как-то так. Просто гляньте на это. Думаю, что этого будет точно достаточно. Давайте уже попробуем что-то достать. Просто гляньте, что это? Здесь какая-то бумажная труба, вы видите? И что это такое? Что-то красное, просто посмотрите. Это не похоже на кровь, скорее всего, какая-то краска. Тем не менее, ну реально крипово выглядит. Но это обычная трубка, вряд ли она что-то несет в себе. Давайте просто это выкинем. Ладно, банда, давайте достанем немного пуха и посмотрим, что там еще лежит. Черт, как же это отвратительно, посмотрите, здесь лежит какой-то бумажный пакет, давайте его достанем. Просто гляньте на это, банда, вы видите? Давайте скорее его откроем и узнаем, что здесь лежит. Я просто в шоке от всего этого, Суприм, банда, посмотрите. Я уже что-то там вижу, господи, что это? Посмотрите на это, что это такое? Похоже на какой-то детский образ с бантиком, вы просто видите это? Я в шоке, банда, что оно здесь делает? Этот обруч не очень большой, скорее всего, что это обруч какого-то ребенка. И судя по тому, что он розовый, это точно обруч девочки. Но что он здесь делает? Я просто в шоке от всего этого, банда, вроде бы больше ничего нету. Здесь еще лежит какой-то кроссовок, просто посмотрите, вы видите? Это настоящий кроссовок ребенка, просто гляньте на это, Суприм, банда. Посмотрите, здесь еще что-то написано. M и W, просто гляньте. Здесь реально
эти буквы? Погодите, эти же буквы были и здесь. MW, что это значит? Я ничего не понимаю, панда, но это реально очень крипово, что вообще детский кроссовок делает внутри этой игрушки. И обратите внимание, он точно ношенный, потому что на подошве есть грязь. Это просто какая-то жесть, панда, я реально ничего не понимаю. Я просто в шоке от всего этого. И гляньте, что это такое? Господи, вы видите, это бритва? Что она делает вообще внутри кроссовки? Она тоже розовая. Просто посмотрите на это, панда. Не похоже, что ей пользовались, но я реально в шоке. Что вообще эта бритва делает внутри этого детского кроссовка? Черт, я реально в шоке от всего этого. Что вообще происходит? Окей, панда, давайте все это уберем. Продолжим смотреть, что еще у нас лежит в этой игрушке. И я чувствую еще один пакет. Панда, просто посмотрите, что это? Вы видите это? Что это такое? Просто гляньте, какой-то странный пакет внутри этой игрушки. Давайте скорее его откроем и узнаем, что там лежит. О, господи, панда, я уже что-то там пишу. Просто посмотрите, это нож, вы видите? Что он здесь делает? И гляньте, на ноже видно отпечатки пальцев. Просто посмотрите на это, панда, что это за жесть? Там реально какие-то отпечатки пальцев. Неужели этим ножом кого-то убили? Это отпечатки пальцев убийцы. Я просто в шоке от этого, панда. Что вообще этот нож делает внутри этой игрушки? Это просто какая-то жесть, панда. Отложим его пока что. Здесь еще что-то лежит. Что это? Черт, панда, что это такое? Просто посмотрите, здесь какая-то фотография ребенка и написано «Мир 2». Что это значит, Supreme Panda? Я просто в шоке. Неужели эту девочку убили? Господи, если это и правда так, то это ужасно. А что если этот кроссовок и этот обруч как раз вещи этой девочки? Кстати, обратите внимание на фото, видно, что у нее есть какой-то обруч. Очень даже похож на этот, черт. Неужели это реально этот обруч? Господи, панда, что вообще происходит? Я просто в шоке. Думаю, что нам стоит продолжить доставать с этой игрушки. Я еще там что-то чувствую. Просто гляньте. Здесь реально еще что-то лежит. Давайте уберем весь этот пух и посмотрим, что там есть. Просто гляньте на это, панда. Что это такое? Я никогда такого ранее не видел. Что за жесть? И посмотрите, здесь какие-то пятна. Что это? Просто гляньте на это, Supreme Panda. О, господи, давайте скорее откроем это и узнаем, что здесь лежит. Просто гляньте, какой-то игрушечный телефон. Вы видите это? Что это значит? Это очень похоже на детскую игрушку. Неужели это игрушка этой девочки? Окей, тем не менее. Что это? О, господи, панда, что это значит? Окей, давайте еще нажмем на какую-то цифру, к примеру, 6. Давайте еще раз. О, черт, вы слышите? Там реально говорят, я убил ее. Что за бред? Просто вслушайтесь. О, господи, панда, это просто какая-то жесть. Неужели это реальная игрушка маньяка, который сложил сюда вещи своей жертвы? Я просто в шоке от всего этого, панда. Похоже, что это реальная игрушка этой девочки. Но здесь еще что-то лежит, посмотрите. Что это такое? Какая-то книга, вы видите? Здесь обычная детская книжка. Посмотрите, почему она так сильно оборвана. Что это? Как будто кто-то брал и отрезал. Окей, давайте откроем, посмотрим, что здесь. Я вижу только здесь каких-то животных. Это обычная детская книга, которая показывает, что животные могут есть. Но, к сожалению, низ этой книги, где должно быть сено обрезано. Я просто в шоке, панда, вы видите это? Эта книга выглядит очень страшно. Но посмотрите, здесь еще есть какие-то буквы, просто гляньте. A-R-G-O-M. Черт, панда, нужно выписать все эти буквы и узнать, что это значит. Я уверен, что эти буквы точно не к добру. Тем не менее, панда, буква M. О, господи, я просто в шоке. A-R-G-O-M. O-R-I-E-W-E-S. О, господи, это последняя буква. Т. Р.
Вроде бы дальше больше нету ничего. Эти буквы звучат Marjorie West. Окей, я не знаю, что это. Давайте попробуем загуглить и узнаем, что это значит. О, господи, банды, это имя и фамилия девочки, которую убили. Просто посмотрите, вот Татьяна пропала без вести. Я просто в шоке от всего этого. Вы видите эту жесть? Просто посмотрите, сравните эти две фотографии. Они реально очень сильно похожи. Похоже, что это фотографии этой девочки, которая пропала без вести. То есть ее реально убили, банда. Я просто в шоке от всего этого, банда. У нас тут реально вещи маньяк. Который убил ни в чем невинного ребенка. Получается, что все эти вещи реально хихи. О, господи, банда, я просто в шоке от всего этого. Я отказываюсь в это верить, это ужасно. Давайте продолжим смотреть, что здесь еще лежит. Посмотрите, что это, вы видите? Здесь какая-то кассета, банда, что это за бред? Просто гляньте! Здесь написано, посмотри меня, вы видите эту жесть, Supreme банда? Я без понятия, что может быть на этой кассете, но я уверен, что там что-то ужасное. Давайте так, 40 тысяч лайков на этом видео, я найду способ посмотреть, что находится на этой кассете. Я просто в шоке, здесь реально написано, посмотри меня. А что если на этой кассете запечатлено убийство этой девочки? Это полная жесть, банда. Я без понятия, что мне со всем этим делать. Я еще что-то чувствую прямо в ее голове, банда. Просто послушайте. Там реально еще что-то лежит. Давайте быстрее его достанем. О, черт, просто гляньте, тоже что-то лежит в голове. Я в таком шоке от всего этого. Просто посмотрите, что это такое. Это явно самый большой пакет, который был в этой игрушке. Она полностью пустая. Давайте откроем и узнаем, что здесь лежит. О, черт, банда, я уже вижу, что это такое. Просто гляньте, здесь веревка, вы видите? Черт, я в шоке, банда, просто посмотрите. Неужели это веревка, которой связывали эту девочку, банда? Я просто в шоке от всего этого, вы видите? Настоящая веревка лежала внутри этой игрушки. О, черт, банда, здесь еще что-то есть. Итак, банда почти открыл, посмотрите. Здесь еще один кроссовок, вы видите? Это второй кроссовок, банда, просто посмотрите. Вторая пара этому кроссовку, я в шоке, они оба ношены. Это 100% кроссовки этой девочки, банда, черт. Я просто в шоке, это еще что такое? Просто гляньте, это кукла, вы видите? Что это за жесть, Supreme банда? Я никогда такого ранее не видел. И посмотрите на ее глаза, они просто перечеркнутые. Это просто какая-то жесть, банда, я никогда такого в жизни не видел. То, что мы сегодня достали, это просто ужас. Тем не менее, вроде бы больше ничего нету в этой игрушке. Я больше ничего здесь не могу найти, она полностью пустая, банда, здесь больше ничего нету. Получается, что эта игрушка была от настоящего убийцы этой девочки. Я просто в шоке, банда. Marjorie West, ее реально убили, банда, я в шоке. История этой девочки все еще находится под вопросом. Она исчезла без вести в 1939 году и все еще никто не смог найти. Судя по тому, что мы сегодня нашли ее, скорее всего убили. Это просто ужасно, Supreme банда, я в шоке. Тем не менее, банда, вот комменты из-под прошлого видео. Просто, блин, какие шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Даже два колокольчика и все, про ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, комменты на видео, бандит, и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою банду. И бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!